Я почему-то снова оказался на озерах. Те, что на перевалке, вблизи перевалки. На этой тропе я встретил волка зимой. Бежал от него. Куличики слетели. Из-под берега полетели вон на ту окраину. Всякая живность чувствует приближение человека, неприятеля. И сигнализирует другим. Это как свисток на футбольном поле. По команде все убегают. Такой принцип природного взаимодействия. Коммуникация. Природная коммуникация среди животного мира. Это должно быть последнее озеро. Почти час прошел, пока я сюда дошел. Какие-то четкие. Вот такой странный, сраный цвет. Солнце не отличается постоянством, как ревнивая женщина, готовая в любую минуту предать своего преданного супруга. Ой, типа змеи, кто-то полезный. Вот теперь выходит осеннее солнце. Не постоянством отличается. Сентябрь, октябрь, Псибайская зона, это место отдыха, время отдыха здесь. А туристы знают, что после августа, август, сентябрь, октябрь и до самой зимы здесь стабильно тепло. Но в этом году как-то не заладилось, не срослось там в верхах, какие-то разногласия. Наверное, в миру неспокойно, бурная деятельность, всех колет.
считают. Цепля самое пугливое животное. Лебедь не так пугливый, как цепля. Животное, в смысле насекомое. Видимо, у цепли такая работа — сторожить и охранять. Она всегда на стрёме. Поэтому всегда осторожно, внимательно. Правда, красивый гриб? Внешне. Но это зонтичный навозник. Съедобный. Такой узор восточный. Свернул в лес, чтобы поглазеть, как тут с дарами природы грибы осенние. Нет, не видно грибов. Наверное, природа выдала порцию даров. Теперь отдыхает. Середина сентября, и, в принципе, опята уже должны появиться. Сезон вроде. Дорога уходит вдаль. Она должна перейти на ту сторону и к тем озерам, и другим. 8 озер. Все-таки грузди встречаются. Там. Я, наверное, буду собирать их. Это должен быть молочай. Или орешник, или молоканка. Названия разные. Вот. Но его мало здесь. Сегодня, кажется, 13-14 число августа. Сентября. Я почему знаю, что скоро начнутся выборы. С чем мы столкнулись? Высшая власть дает взятки своим согражданам в виде 10 тысяч рублей. Не странно ли? Такое трудно было представить в годы СССР. Давать взятки гражданам государства. Высшее руководство дает взятки своим гражданам. Как в этом смысле поступать простым гражданам, тем же ментам, я не знаю, другим структурам, хотя бы правоохранительным или силовым. То есть все пронизано коррупцией. В Израиле один раз можно сесть пообедать, и то сытно не покушаешь. На 10 тысяч день плотно не поешь. И как же это расценивать? Как поступать теперь со гражданам простым? Простому населению тоже участвовать в этом преступном сговоре? Да. Как же продаться свою совесть, честь, достоинство? Ведь, беря взятку, вы участвуете, вы являетесь частью преступного сообщества. Так ведь? Грузди. Грубые грузди. Они настоящие черные грузди. Но есть еще и неплохие грибы. Не совсем нормальные, не показывая молочко. Даю рецепт приготовления. Грибы горькие, их надо 3 дня отмачивать. 3 дня отмачиваем. И сливаем воду с него, чтобы горечь ушла. То есть в день несколько раз сливаем воду, меняем. А потом желательно еще прокипятить маленько. Ну и потом засоливаем. Пряности всевозможные кидаем. Хрен, лавровый лист, перец обязательно. Потому что вообще они не очень, не самые лучшие грибы. Опята лучше. Ну, некоторым нравятся эти грибы. Такой огромный матерый гриб. Молочко полезно. Горькое молочко. В целом это глобальная управленческая система, где банкует тот, кто имеет деньги. И наша страна сегодня является лишь частью этого преступного глобального мира.
частью преступного глобального мира. Но в отличие от других коп-стран, у нас пока нет возможности, нет шанса сменять руководство. Они сами себя назначают, сами банкуют, сами печатают для себя денежку и делают, впрочем, что хотят. Покупают избирателей с помощью лживых посылов. В то время как так называемые демократические страны западные все же имеют возможность переизбирать своих руководителей. Да, плохо, да, с проблемами, да, через те же материальный интерес, денежку, но шанс такой у них есть. У нас в России, к сожалению, русский человек, он не понимает, что такое выбор, что такое нормальный выбор. За все время это я грибы, а нет, они уже дохли. Ни до революции, ни после революции, да вообще. И в видимом историческом прошлом Россия не имела опыта нормальных выборов царя, президента и так далее. Все фальсификация, авторитарные режимы, иногда диктаторские. И в этих условиях единственный шанс для россиян к переменам – это выбирать своих руководителей, президента. Вот наша должна быть основная, главная стратегическая цель. Только это даст нам возможность, даст шанс как-то избавиться из того мрака, в котором мы находимся, где все покупается, где кругом ложь. Вот эта дорога пойдет, скорее всего, к тем озерам, что 8 озер. Я считаю, что в России счастливый человек тот, кто доживет до возможности переизбирать президентов. Вот где-то уже близко люди. Слышу разговор. Это я, наверное, к озерам подхожу. Какие-то крики. Какие-то разговоры, крики. В той стороне. Южнее. Наверное, уже я выхожу из леса. Даже любопытно. Хотел вернуться обратно, но теперь, наверное, пойду навстречу. Какая-то детвора идет. Да, это туристы. Да, катаемся. А, или частные это? Не, ну лошади частные, люди приехали попросили. Далеко, здрасте. Здравствуйте. Просто влез, да? Просто. Красиво. Вот какие-то грибы расплескались. Рядками. Пошли вон туда. По-моему, это съедобные такие, не горки. И отдельно их надо собирать от груздей. Да, это, наверное, это разновидность молочая. Вот у него такие
Внутри гребешки такие, типа ежика. По сути, получается, что сегодня любой чиновник, берущий взятки, может сказать, а что вы хотите, если высшее руководство страны подкупает своих сограждан, то что же нам делать в этой ситуации? Как не брать взятки? Это объективный аргумент, закономерный. Если государство, управляемое олигархами, предлагает нам взятки, то что же делать рядовым сотрудникам, чиновникам, тем же ГАИ и другим структурам? Это тоже грибы, по-моему, грузди, еще вот типа сморчков таких сопливых, но они хорошие. Хорошие, их можно жарить, вот эти. Как бы мне еще тут не заблудиться. Дорога идет вниз, и я надеюсь, что она поступит правильно. Выведет меня прямо к озеру. Какой-то объект. И олигархи затребуют обратно все, что они им дали в виде 10 тысяч. Втрое увеличив, десятки увеличив налоги, платежи, кредиты. Цена взвинтив, которые уже взвинтились. Все эти расходы в виде 10 тысяч покажутся как горячий душ в зимнюю пору. Еще какие-то грибы, но это, скорее всего, уже поганки. Я нахожусь уже где-то вблизи озера на окраине. Пока я его не вижу, за кустами, но слышно покрики птиц. Так я набрал две сумки груздей под дубовиков и молочай, груздей молочай, молоканка и подорешник. Разорвало какое-то животное. Представляю, как быдло топори будут в будущем еще раз удивлять, когда олигархи захотят вернуть, компенсировать потраченное на подкуп населения. Ну, покажите, какие счастливые минуты, когда они получили десяточку, жалкую десяточку. Играют по-большому, по-крупному. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.
Кругом уже буйствуют осенние краски. Осенние краски, как прощальный привет прошедшего лета. Уточка полетела.